have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Рыжий спит, вставай, дынь. Да, продолжаем вещать из Министерства вещания, если так можно сказать. Ух, где я? А как я отсюда выберусь? А, проснулся наконец. И чё? Как себя чувствуешь, спящая красавица? Что произошло? Что я здесь делаю? Ты вчера съел просроченный торт. А почему тебя рвало направо и налево, и вел ты себя странно? Прыгал туда-сюда и всех пальцами застрелить пытался. Так что пришлось тебя перенести в лазарет. Мне все еще плоховато. Да уж, это шоу «Те не тортики жрать». Каламбур. Ну все, поторопись, сегодня голосование. Хорошего эфира. И тебе хорошего кефира. Да. Ну то есть, меня просто выпускают, я не в тюрьме, это у вас лазарет такой, да? Это пришли... какой же тут бардак. Вонь стоит ужасно. Знаете что, вот эти вот картины, что здесь, что наверху, мне все больше и больше напоминают... Shawshank Redemption, если что. Серьезно? Значит, я могу... Так, убираться тут не к чему. Я могу идти? Не, я шучу. Давай работай. Как закончишь, вернешься на улицу и будешь продолжать снег убирать. Так, голосуйте за синих. Ты должен голосовать. Голосуй. Изменения — это плохо. Голосуй за синего. Побег запрещен. Да, это ГУЛАГ. Должен голосовать, должен голосовать. Залезай в лифт. Голосуй, 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 голосуй. Я нажму тебе кнопку. Конкурсанты как дети малые. Вези меня, лесной олень. А что наверху? Ну зачем-то же... Я не могу там ничего вроде сделать. Или мне кажется. Ладно, поехали дальше. Я все еще чувствую вкус торта. Или торта во рту. И рвот. Надо подышать свежим воздухом, тогда пройдет. All employees must wash hands after combi. Все работники... Блин, я думал, наверх поеду. Ботинки! Погодите. Я тут. Пришлось перезагрузиться, потому что я не увидел никакого другого способа... Так. О, одинокие ботиночки. Заберу их себе. Похоже, их носил какой-то больной из карантина. Я даже трогать их не собираюсь. Окей. А, погоди. То есть я теперь могу только так спуститься, да? Чтобы не убиться. Или я убьюсь? А, не, нормально. Лифт просто наверх уехал. Ладно, ботиночки, я думаю, мне засчитались. Сколько у меня их вообще? 4 из 18. Я думаю, как минимум двое я уже пропустил. Одни я точно знаю, одни я подозреваю, что я пропустил. Пишите в комментах, что вы думаете. Так, 5-5 пока что. Лучше оставайся в этой комнате. Нам нужно сделать все, чтобы никто не проголосовал за партию красных. Но у него же синий, yes. Но я хочу воспользоваться своим избирательным правом, синий полицай. Сиди тихо и не рыпайся, Бобби. Другие с тобой церемониться не станут. Так, было 5-5, его прогнали и стало 5-4. Теперь, типа, красные...
побеждают. Вон, я вижу рычаг, но под ним нестабильный пол. И я не знаю, как это все... Угу, у нас A подключен, B не подключен. Погодите, теперь... Да? Нет! Нет! А, да, нормально. А, что? Вот как. Ну, выпусти меня. А, получается, нам нужно просто два человека, чтобы... Ну, типа, два груза. И он послужил вторым грузом. Хорошо. Блин, а как бы я это тогда нажал по-вашему? Это очень подозрительно, то, что сейчас произошло. Там была кнопка, но я ее никак не мог... Или мог нажать, я не уверен, что я мог ее нажать. А зачем мне сюда? Чё-то я пока что не особо осознаю. Так, хорошо. Да, почитайте надписи, если что. Что за дыра? Привет, человек. Мы снова встретились. Твой путь ведет тебя сюда, вниз, по кроличьей норе. Ну да, да, да. Выглядит небезопасно. Конечно, это небезопасно. Один раз живем. Фух, я справлюсь. А может... Может, нет? А, я уже даже назад не могу пойти. Йоло. Йоло, блин. Ой-ё, тут еще и плавать можно. А, я не могу плавать. У меня не было управления, если что. Меня просто рука подняла. Смотрите, какие фрески. In memory of 12... Так, сейчас. Эй, человек, давай подождешь умирать немного и посмотришь на эту великолепную... Да, я хочу на эту фреску посмотреть как раз. Колониальный конфликт? Да. Нас, ворон, это любимое событие. Потому что там было много трупов. Ты его застала. Нет, ну мой отец много о нем рассказывал. Занятно. Нет, ничего занятного. Почти полном уничтожении неолибералов. Мне жаль. Ты знаешь, почему это случилось? Ну, знаю, твой вид, скорее всего, причина была какая-нибудь идиотская. А ты не очень-то хорошего мнения о людях. Какие ты? Так почему у меня должно быть иначе? Да. В памяти о 12 колониях, разрушенных в циклонном конфликте. Я лучше, наверное, прыгну. Угу, спасибо. Какая-то дверь. Ты хочешь сказать, что мне дальше в эту фигню? Урок истории номер 2. Как там? F для пропуска? Боюсь, этот текст пропустить нельзя. Нечестно. Как и подобает. Потому что этот урок о человеческих страданиях после конфликта. Ох, что с вами людьми делает
ионизирующее излучение. Вы мутируете в совершенно удивительные формы. Вчера ты немного почувствовал это. Да, что-то точно. И когда наступила бесконечная зима, вы, люди, начали убивать друг друга, чтобы не умереть с голоду. Ого. Да уж. Жаль, что я этого не застал. Должно быть веселое зрелище. Жестокая птица. Возможно. Мне интересно, что тут. Жаль, что я не умею плавать. Это он меня предупреждает, да? Даже небольшая глубина не помогает. Там, если что было написано, я просто на паузу нажал. Но я же утону, да? Да, он моментально тонет. Хорошо. Я вас понял. Ну, то есть ворона нам прямым текстом говорит о том, что нам не от тортика стало плохо, а от того, что мы побегали по радиации. А потом все свалили на тортик, но на самом деле все не так. Я до сих пор я. Тут я ничего не могу сделать. Ладно. Я пока торопиться не буду, наверное. Понял. Тут есть ограничитель, значит, это можно толкать. Тоже понял. Мне бы, пожалуй, разбежаться и прыгнуть сверху, так я понимаю? Да ну я же ж долетел же ж. Нет, ну... Ну это низко, но я же все правильно сделал. А, может мне надо было не сверху? А, мне надо было не сверху прыгать-то. Я думаю, мне хватило бы дистанции. Да ну зацепись же ты! Ну что тебе не... Нет, ну это сейчас подло вообще-то. Ладно, давайте я третий раз попробую. Я же все правильно делаю, что вам не так? Так мне сейчас мешает вода, она меня сольет, правильно? Есть! Ну так в чем была проблема-то? Точно так же прыгал два раза. Do not feed yourself. Не скорми себя рыбам. Опасные рыбки. Краснобрюхие пираньи, если точнее. У них красные брюхи, вот они и краснобрюхи. Я тебя понял. То есть по воде я хожу очень медленно. Не успею. Это было рассчитано на то, чтобы я не успел. Они моментально добираются. Ой, я знаю, что мне надо сделать. Мне надо вот так сделать. Хм.
Там заберись ты! А как? Вы шутите? Скорее! Они быстрые. Голосуйте за синие. Блин, вот это сейчас было реально такое аж прям неприятненько. Ладно, поехали дальше. Ага. То есть, ну тут мне сразу таки явно говорят, тебе туда не надо. Ладно. Ну, я ни разу не пытался прыгнуть вот в эту штуку, но мне что-то подсказывает, что не надо. Угу. Угу. Ты вообще нормальный? Ну, я, в принципе, понимаю, что мне надо сделать. Привет, босоногий. Тебя тоже не хворать. За кого сегодня будешь голосовать? Я бы за красный проголосовал. Проголосовала. Хочется чего-то нового, прогрессивного. И когда я пошла в избирательную комнату, бам! Очутилась тут и не знаю, как выбраться. Ладно, я просто подожду. А там водоворот, да? Ага, ясно. Можно я не буду второй раз тебя слушать, да? А назад-то я уже никак? Вот как мне его обхитрить надо, я понял. Это вы чё? Вы серьезно? И у меня сейчас это вообще случайно получилось. А, я понял, как мне теперь перебраться. Хм. Рисково. Кар-кар-кар. Чё-чё? А, третья фреска. Прости. Я забыла, что ты не говоришь на вороне. А вот и третья фреска. На ней изображена первая стена магистра. Я помню об этом из уроков истории. Говорили, что это была самая красивая стена в мире. Наверное, я могу это пропустить. А ты знаешь, что дизайн разрабатывал Бьюго Хосс? Хьюго Босс? Да, не может быть. Тебе-то откуда знать? Иди лучше ящик потолкай. Бьюго Хосс. Ах ты ж.
Я понял. Это будет сложно. А! Я забыл, что там наверх. Ну что за бред? Так, раз, два, три. Стоп. Эп, эп. Опа. Есть, получилось. Стой. И чё теперь? А, ну нормально. Так, вы чё, я туда не допрыгну? Тут есть рыбы? Пока что вроде нету. Ну посмотрим. А вон, кстати, и рыбы. А, вон они наверху, я их сейчас увидел. Так, хорошо, пока тут нет рыб. Да. Я тут смогу забраться вроде как. Погодите, но мне кажется... Я не успею отсюда выбраться, вы чё? Это должно как-то по-другому работать. Погодите, а этот момент сейчас на паузе пройдем. Ну ладно, я тут, но я же не допрыгну сейчас. Да, видите? Я еще и ноги себе ломаю. То есть это каким-то образом... А, я понял, каким образом. Ох ты ж ё. Давайте попробуем. Я не успеваю выбраться, потому что палец. Я его раскладываю вот этим рычагом. Его не надо раскладывать. Его надо разложить потом. Вот в чем прикол-то. Я успеваю выбраться только в таком положении. Видите? И теперь мы делаем вот так. Угу. Идите нафиг. Да нет, ну типа, да, но...
Мне нужно это проскакать. Ни разу не упав в воду, чтобы у меня было время дойти. Потому что, видите, эти твари за мной выехали. Офигеть. А теперь еще и тут проскакать по-нормальному. Погоди. Это еще... Просто забейте. Погодите, сейчас. Так, ребят, по-моему, идея заключается в том, чтобы сейчас уехать на этой руке. Получается, рыбы сейчас далеко. Они уже поплыли ко мне, надо было прыгнуть лучше. Но не в том дело. Фишка сейчас в том, чтобы уехать на этой штуке. Да. Ай да я. Это... По сути, наверное, даже... А, нет, палец нужно было открывать для того, чтобы зайти потом с другой стороны. А, сложно. На самом деле, не сложно, все очень логично. Просто что-то я с этим немножко провозился. Классная шляпа. Мне не подходит. Жаль, ботинки уже кто-то спер. Это что это? Наиванище. Не знаю, как долго я смогу терпеть. А, надо подвинуть контейнер, я понял. Нет! Боже мой, как же ты смердишь. Блин, а там же, наверное, было что-то интересное. Я могу тебя загнать туда? Ладно, иди. Все, до свидания. Где я? Осторожно, крокодилы за вами. Блин, спасибо. Я практически уверен, что я пропустил тайное место там, где ящик двигал. Там можно было забраться наверх. Это было тайное место. А вон и вижу крокодила. Не надо! Я тебе помогу! Ящик. Я не успею до этой штуки, да? Да, он меня схавает. Orange is a new snack. Хм. Зато ачивку получил. Окей. Ты не смотри на него, беги! Воу! Ой, больно. Ой, скорее, а не ой, больно. Залезь!
Валим, 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 там чертов крокодил. Фух, пронесло, он же лазить не умеет. Так, лидер пал. У него вся формальность. Это у нас четвертая фреска. Потный лоб. Быстрый пульс. Испуганное лицо. Я похоже, что я встретил Фрэнка. Обычно он хороший мальчик. Обычно. Но сегодня у него болит зуб. Здорово. Здорово. Похоже, он захотел, чтобы я... Что? Блин. Дайте ему отличное описание. Ладно, время фресок. Только не снова. Отбираю тебе управление через 3, 2, 1. Стой! Я не управляю. Как видишь, на этой изображена смерть магистра. И все. Да, это была просто формальность. Спасибо. Сейчас эта штука закроется, да, за мной? Кто бы сомневался. Я понял. Нужно сюда кого-то кинуть. Но тогда кидать сюда кого-то мы будем уже в следующей серии, потому что на этом побег от крокодила закончен, и серия на сегодня тоже закончена. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.